Совместно разработать единый механизм для выпуска криптовалют, обеспеченных сырой нефтью, официально предложит президент Венесуэлы Николас Мадуро членам ОПЕК и другим странам, занимающимся нефтедобычей. Об этом глава Венесуэлы заявил после окончания встречи в Каракасе с генеральным секретарем ОПЕК Мохамедом Баркиндо. В ходе ICO, которое стартует в марте, планируется продать 44 миллиона монет. В качестве оплаты будут приниматься только твердые фиатные или виртуальные валюты. Эль Петро будет обеспечена 5 миллиардами баррелей нефти с сертифицированного месторождения номер один Аякучо.